Всем привет! Снегоуборщик Хускварна. В комментариях задали вопрос, как транспортное положение сделать колеса от здесь штырь. Сейчас он в рабочем положении. Его вытаскиваем. Вытаскиваем штырь и переставляем в соседнее отверстие. То есть освобождаем колеса от вала. Тем самым мы переместим колеса в транспортное положение. Вот вытаскиваем штырь и просто переставляем его в соседнее отверстие. Вот так вот. И колеса начинают вращаться уже на валу свободно. Одно колесо делаем и второе. Рекомендую сначала снять колесо и смазать вал, чтобы не на сухую там двигались колеса, а именно по смазке там литол, солидол. Что-нибудь такое. Вот, в принципе, и все. Это делается очень легко. Всем пока!